Всем привет, с вами музыкальный босс. Шучу. Всем привет, на канале Олег Нестеров, Брест. И хотелось бы сегодня такой сделать отдельный ролик, не где-то в ролике, а именно отдельный ролик. И поздравить, как уже все, наверное, догадались, поздравить я хочу Виталика, канал Автокар, который живет в Америке, с тем, что Виталик перескочил все-таки этот рубеж, самый трудный, самый первый, а это именно первый миллион. Сегодня утром осмотрел, уже было 1 013 000 просмотров. Виталя, поздравляю тебя от всей души. Замечательный канал, позитивный канал. Сейчас с Максом у вас это вообще здорово получается, весело, молодцы. Больше позитива в интернет. Именно правильного позитива. Не дурость, да, где-то кого-то бьют, где-то еще что-то. А именно позитив, который идет от людей. Всего тебе и в дальнейшем наилучшего. Продолжай этим заниматься. Извиняюсь, что в очках, у меня травма небольшая. Чего тебе еще пожелать? Здоровья, сил на дальнейший труд, энергии, творческих каких-то задумок, да, интересных. Ну, ни для кого не секрет, что и тролли у нас бывают. Ну, тролли — это говно, если честно. Ты же, когда идешь по дороге, ты же не наступаешь на говно, да, надо их просто перешагивать. У меня тоже есть свой тролль. Привет ему тоже, блин. Ну, пытается он там, пытается какие-то видео свои никчемные снять. Кстати, пока он 2 недели лежал в дурке, все было нормально. Не писал, не надоедал. Сейчас выпустили, вот, прокололи, видать. Снова что-то начал снимать. Ну да ладно, не беда. Так что, Виталя, не обращай на подонков внимания. Больше позитива к себе притягивай, больше позитивных людей, больше этой энергии, сил на дальнейшее. Здоровья тебе, твоим близким. Максу здоровья и его близким. Всем, кто тебя окружает. Ну, и на этом все. Короче, желаю тебе все, что ты сам себе пожелаешь. Бабла и бабла.